Дошколята готовятся к городскому фитнес-фестивалю. На этой неделе прошел отборочный тур в Центральном районе. Свои команды представили 7 детских садов, которые соревновались в фитнес-мастерстве и степ-аэробике. В течение 2 минут ребята должны были выполнить спортивно-танцевальную композицию, а профессиональное жюри оценивало, насколько синхронно и ритмично двигаются маленькие участники. В итоге лучшими стали воспитанники 269-го детского сада. Теперь они и команды, занявшие 2 и 3 места, выступят на большой спортивной площадке 25 апреля. Мне нравится заниматься фитнесом, мне нравится тренер, потому что он нам предложил хороший танец. Фестиваль в городе проводится уже много лет, около 5 лет. И поэтому каждый район представляет свою лучшую команду на этот фестиваль. Участвуют дети подготовительные или старшие группы, старшего возраста. От 5 до 7 или 6-7. Наши дети готовились около 3 месяцев. Их тренировал наш инструктор, знаменитый, потому что у них спортивная семья. И наши дети вот уже в течение 3 лет первые места на городе в спортивных соревнованиях занимают. А уж, как говорится, в фитнес-фестивале мы всегда представляем Центральный район в течение 3 лет уже.